Представляем клетку для хорьков Фурат от итальянской компании Ferplast. Клетка для хорьков Фурат – это большая просторная прямоугольная клетка, созданная специально для проживания хорьков. Она также прекрасно подойдет и для других мелких грызунов. Клетка Фурат изготовлена из прочного металла и пластика. Решетка клетки изготовлена из стальных прутьев. Для удобной уборки в этой клетке имеется дверца на фасаде. Большая верхняя крышка полностью открывается, что также значительно облегчает доступ к вашему зверьку. В комплектацию клетки Фурат входят стальная миска, внешняя поилка, гамак, полочка, лестница и угловой туалет. Съемный поддон легко отделяется от решетки, что также обеспечивает легкую и быструю уборку. Начнем сборку каркаса клетки. В пазы на угловых направляющих по очереди продеваем стенки клетки. По углам собранного каркаса внизу и вверху закрепляем пластиковые фиксирующие уголки. В пазы на полке второго этажа вставляем переходники с резьбой. При помощи пластиковых винтов закрепляем полку на стенках клетки. В пазах на рамке с внутренней стороны крыши закрепляем 4 пластиковые опоры. С внешней стороны устанавливаем замки. Каркас клетки устанавливаем на поддон и закрепляем клипсами. Сверху устанавливаем крышу, пропуская верхний прут каркаса в прорези на опорах и по периметру рамки крыши.
На петлях гамака закрепляем цепочки с карабинами. Через дверцу на фасаде внутри клетки подвешиваем гамак. Устанавливаем угловой туалет. Подвешиваем стальную миску. К полке присоединяем лесенку. При помощи проволоки на стенке клетки закрепляем поилку. Клетка собрана и готова к использованию. Зазор между прутьями 10 мм. Далее приводим основные характеристики клетки для хорьков Ferplast Furat. Надеемся, наш видеоролик был вам полезен. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте и на YouTube-канале.